спортивная стройка в Бендерах, бассейн «Дельфин». Уже к концу года можно будет поплавать в удовольствие в 25-метровой крытой чаше. Работы идут полным ходом. Средства на восстановление «Дельфина» выделили из городского бюджета и фонда капвложений. Бендерский бассейн обретает новые черты. Раньше он был открытым, теперь над чашей возвели крышу. Она легкая, словно кружевная, из металла и утепленных панелей. Из такого же материала смонтируют стены. Огромные окна-витражи будут выходить на стадион, так что прекрасный вид и естественный свет обеспечены. Уже построили раздевалки и душевые, заложили основания для стен. Осталось залить второе дно большой чаши бассейна. Инженерные коммуникации – это канализация, тепло, вода. Потом залить стяжки полы, сэндвич-панели, закрыть стены сэндвич-панелями, то есть закрыть контур здания. Окна, двери, ну, впрочем, еще работа есть, еще работа. Много проделано, много еще и осталось. Здесь будет два бассейна – лягушатник на 90 сантиметров и взрослый на 25 метров на 6 плавательных дорожек. Глубина будет постепенно увеличиваться от 1,1 метра до 3,5 метров. По дну чаши подрядчики проложили систему химической подготовки и фильтрации воды. По периметру бассейна будет подсветка. Поставщики специального оборудования – фирмы Молдовы и Украины. Стоит просто часа остался бетон. То есть мы его отреставрировали, все эти протечки, которые были, мы устранили, выровняли чашу, придали правильную форму. Будет заливаться второе дно здесь. Потом будет обклеиваться специальной пленкой, которая не пропускает воду. Финансируется реконструкция бассейна из фонда капвложений и городского бюджета. Объект ведут в эксплуатацию во втором полугодии 2019 года. У бендерчан появится возможность не только воспитывать чемпионов, но и просто поплавать для удовольствия. Лариса Тарабина, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.